тренировка, попробуй эту оценку. Запомни. Не спеша попробуй. Поворачивайся в одну сторону, в другую. Вот ты сейчас, в принципе, ошибку сделал, тут же ее и разобрал. Как не надо делать, и все. А, видишь, купол вышел из крена. Вот тут двояко. Тебе организм говорит, что тебе в другую сторону надо, а на самом деле тебе в сторону крена надо. И рука у тебя левая, она как раз тянет и рабочую консоль, да, закрылку твою. А. И еще корпус тебе помогает вытащить свободный конец вот этот вот этой консоли. То есть путем перекладывания работает рация, нет? Путем перекладывания веса ты создаешь точку опоры на ту консоль, которая в воздухе у тебя летит. Повернись влево и плеванту больше левую затяни. Вот она, видишь? Вот, пожалуйста, тебе. Только иди назад. Все. Все просто, Сашка. Вот, только не дергайся. Плавненько этот корпус поворачивай. Уверенно вытаскивай консоли падающие. Отлично, молодец. Прям вот готов с горы лететь. Для этого просто надо разбежаться и оторваться от горки, уйти от склона. И подходи, подходи, смещайся к леванту больше. Отлично.